Сотрудники отдела МВД России по городу Артему при силовой поддержке коллег из Росгвардии проверили места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых мигранты осуществляют трудовую деятельность. Целью организаторов рейда стало предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере миграции. В ходе рейда 35 граждан были доставлены в территориальный отдел полиции. Полицейские провели дактилоскопирование, проверили документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации. В отношении 7 иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, а также составлено 5 административных протоколов за нарушение правил въезда на территорию Российской Федерации либо нарушение режима пребывания.